Глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск собрал вокруг себя около миллиона верующих на соседнем континенте. Понтифик посетил одну из самых бедных стран Латинской Америки. Во второй день своего визита в Боливию он выступил против прогрессирующего в обществе культа потребления и отторжения им обездоленных. В нашем мире пытается воцариться логика, которая стремится все превратить в предметы обмена, предметы потребления, предметы торга. Эта логика оставляет свободное пространство лишь для немногих и отталкивает всех тех, кто ничего не производит. И Иисус снова нам говорит: «Нет-нет, нельзя их отталкивать». Нельзя прогонять этих людей. Накормите их. Многие жители города в предвкушении встречи с понтификом всю ночь провели на улице. И по случаю визита Франциска четверг был объявлен в Санта-Крусе праздничным днем. Ну а сегодня Папа Римский из Боливии отправился в Парагвай.